Доброе утро всем. Сейчас 11 октября. Только зашел в лес и увидел, что кто-то срезал вот эти грибочки и выбросил. Просто лежали два грибочка такие, красавчики. Это рыжики. Человек просто, видно, срезал, не знает, что за грибы, и выкинул. Это отличные грибы, очень хорошие. Сейчас они попадаются очень редко. Я их уже, ну, несколько лет точно не видел. Растут они в хвойном лесу. Очень редкие, очень вкусные грибочки. Несмотря на ночной холод, маслятки продолжают расти. Вот такая семейка молоденьких. Ой. Под поваленной сосной спрятался. Это действительно, одной рукой держать камеру, второй чистить, не очень удобно. Вообще их много. Вот. Вот на одном месте. На одном месте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 грибочков. Знаете, друзья, я тут вот на одном местечке покрутился, вот столько маслят нашел, вот уже, и вот еще продолжаю находить. Я с таким успехом к своему болоту уже с полным ведром дойду. Так, мы маленький брать не будем. Вы посмотрите, какие танки тут. И маленькие вот рядышком. И такие большие. О. Такие вот. Тут явно давно никого не было. Послушайте, друзья, аж мне интересно как-то, только зашел, уже вот пол ведра маслят. Это получается, мне уже домой скоро идти, я только пришел. Не знаю, как поступить. Вернуться, отнести грибы, это минут 20 ходу домой. Ну и маслята не брать, тоже не могу. Вот так массово они полезли. Честное слово, потратил минут 15, почти полное ведро. Вот, и продолжаю я лазить на коленках, срезать маслята. Мне кажется, секрет в том, что, смотрите, вот этот вот сосничок молодой, вот он сухой весь. И сюда никто не ходит. Все сухое. Все деревца стоят сухие. Вот, а я зашел проверить. И вот такой результат за, ну, минут 15. 20, может быть. Чтобы вам было наглядней,
Вот привлекательный участок леса, весь зеленый, а вот непривлекательный, сухой, какой-то обгоревший, видите какой. Ну вот посмотрите, что здесь таится. Такая большая семья маслят. 20 минут и полное ведро. Очень ярко светит солнце. Я вам сейчас покажу, что тут творится. Вот в этих сухих соснах. Смотрите. Вот такой вот местяк. Ну что, друзья, наша грибалочка подходит к концу. Моя рекордная 25 минут. Шучу, конечно. У меня выходной. Я его просто так не пропущу. Буду ходить с полным ведром. У меня еще есть пакет. Ведро маслят я положил в рюкзак. И уже нашел, пока иду. Целенаправленно иду к своему болоту. Хочу посмотреть подосиновиков и белых. Чуть-чуть свернул и посмотрите, что я тут узрел. Думаю, вы уже видите. Вот такой вот белый гриб. Видите? Красавец какой. Но это еще не все. Посмотрите сюда. Вот. Вот такой вот красавец. Так, ну тут вот маленький еще был. Вот. Год действительно урожайный. Классно. А знаете, почему я обратил внимание и здесь остановился? Сейчас я вам покажу. Все потому, что я подошел сюда и увидел вот эти срезы. Я сразу понял, что кто-то нашел тут белый, осмотрелся. И вот они, два красавца у меня в руках. Ё-моё, друзья, я до болота так и не дойду. Посмотрите, еще вот у меня последняя тара, что осталось, это вот это ведро. Еще пол ведра. Не знаю. Ну что делать, придется возвращаться, если доберу ведро. А куда же подосиновики складывать? Вопрос. Все мы заготовляем грибы на зиму. Некоторые маринуют их. О! Это чего? Белый. Класс. Так. О! А вон еще торчит один. Да. Так вот, мы их не только маринуем, но и замораживаем. Как их нужно замораживать? Их следует отварить, грибы. Ну, естественно, почистить, помыть, отварить. Можно отварить один раз. Вот обычно мы отвариваем два раза грибочки. А вот это вот такие вот, их еще называют каштановый гриб. Так вот,
следует отварить, положить их в дуршлаг, подождать, пока стечет вся жидкость, а после этого можно их фасовать по пакетикам и укладывать в морозилку. Очень классно получается зимой. Достаешь, размораживаешь и жаришь. Жареные грибочки зимой. Так необычно. Вот, и грибы мы едим всей семьей. Ну, за исключением самого младшего члена семьи, сыночка. Ему еще только 4,5 года. До 6 лет детям давать грибы не рекомендуется. Так что, кто не знал, возьмите себе на заметку. Итак, друзья, я пришел на место, где должны расти белые. Так, вот я вижу первый бугорочек такой. Это беленький. Будем еще смотреть здесь вокруг. Вот она, друзья мои, радость. Вот она. Вот она, эта радость. Вот. Вот радость. Вот радость. Вот она какая. Вот это радость. Посмотрите, друзья. Это все на вот этом пятачке. Сейчас я буду еще его более подробно исследовать. Итак, вот такой прекрасный результат на вот этом вот пятачке. Сейчас пойду дальше. Как вы видите, мое ведро почти полное. Если будут попадаться подосиновики, буду что-то придумывать. И постоянно попадаются мне вот такие красавцы. Чувствую, я попаду на болото, забитый под завязку. Итак, видим вон еще шляпку каштанового цвета. Это 100% наш любимый белый. Итак, друзья, я таки добрался до своего болота. Грибы преследовали меня, бежали за мной, лезли ко мне в ведро. Вот. Пришел я уже забитый под завязку. Ну, сейчас, я думаю, вот эти белые я переложу в пакет. Они крепкие грибы. Тут вот маслята у меня. Вот, и где-то мы найдем местечко, конечно же, и для вот таких красавцев. Для вот таких вот красавцев на традиционном месте меня ждут вот такие вот замечательные грибочки. А вот еще один головастик спрятался.
заждался меня. Ой. Ох. Какой. Вот зашел с солнечной стороны болото и сразу открывается вот такой прекрасный вид. Вот дождей не было давно. В болоте уровень воды упал заметно. Вижу, в корнях растет. Вот осина еще. Такого приятного размера. Смотрите, друзья, как же это все-таки красиво. Очень красиво, по-моему. Вот. А вот еще красиво. Ух ты, как его зажало между деревьев. Надо его освободить. Сейчас я тебе помогу. Ух ты, у него такая нога толстая. Ну, бедняга здесь еле вылез. Вот такой вот причудливой формы. А вот мы видим, еще лезут. Да. Есть подписчики из некоторых регионов России, которые сетуют на то, что уже который год у них не урожайный, грибов совершенно нету, даже поганок. Ну, поверьте, здесь тоже не всегда было такое изобилие. Грибница, наверное, как некоторые виды деревьев, имеют свойство отдыхать. Возможно, это как раз тот период, когда грибнице нужно отдохнуть, и поэтому грибов нету. Так что вы не расстраивайтесь. Посмотрите, грибы, которые я нашел на солнечной стороне болота, более светлые такие. А вот растет грибочек в теневой стороне. Вот он такой более насыщенный цвет у него. Вот еще темный. Темный цвет. И вот. Смотрите, друзья, как интересно растет гриб-убийца. Бледная поганка. И рядом такой вот соблазнительный такой поддубовик. Смотрите, какой он красивый. Мне так и хочется его взять. Но вы видите, очень маленькое расстояние между ними. Этот гриб очень-очень токсичный. Что ж, я оставлю его. Пусть растет. Вот еще маленький поддубовик лезет. Но я рисковать боюсь. Предлагаю сделать такую музыкальную паузу, расслабляющую.
Итак, я закончил обход этого болотца. Оно меня в который раз осчастливило. Вот такой вот результат. Ну там маслята. В этом пакете два ведра. Не сомневайтесь. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Для меня это очень важно. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До встречи!